Пока россияне выбирали новых депутатов, в Петербурге уличные артисты устроили дворцовый переворот. Городские достопримечательности и свое царственное право фотографироваться с туристами возле памятников ряженые императоры и императрицы отвоевывали друг у друга с кулаками. Конфликт он был. Да. И сейчас продолжается. Да, и пострадала наша артистка. Правоохранители так и не решили, кого из вельможных особ им поддержать. Каждая из сторон уверяет, работают по закону, а конкурентов винят не только в нарушении предпринимательских норм, но и в пренебрежении этикетом 18 века. Якобы костюмы коллег царей не подлинные, но не уличным артистам судить о туалете высшего света, говорят в мастерских Возрождения. Здесь уже почти 30 лет историки моды делают одежду для кинолент и ведущих мировых театров Мариинского, Большого, Ла Скала. По словам Натальи Галицкой, если встречать по одежке, в центре Петербурга сегодня не найти настоящего царя. Вот у нас чаще всего Петр представлен в мундире Преображенского полка. Треуголка, ботфорты. Это имеет все свою длину, ширину. Поэтому тут это просто такие символы. И дело даже не в том, что костюмчик плохо сидит. Нет дворянского достоинства. Леонид Петров до того, как стать экскурсоводом, сам позировал для туристов. Идея хорошая, но реализация страдает, мне кажется. По сути, это влилось во многих местах. Может быть, не везде, но во многих местах в какое-то цыганство, разводняк и попрошайничество. Я имею в виду, когда вот ты подходишь, спрашиваешь, сколько стоит фотография, там тебе отвечают 100 рублей. Вот когда я работал на улице, это было 100, сейчас уже, по-моему, 250. Да, говорят, деньги потом, начинается шлеп, в танце с Петром, в объятиях с Петром. Вот, протягиваешь 100 рублей, а тебе говорят, с вас 1500 было 15 снимков. Леонид с коммерческими основами такого самодержавия смириться не захотел. Но большинство его коллег по костюмированному цеху правила игры приняли. Ну, мне кажется, их становится с каждым годом больше. Я с 12 года, где-то года 4 или 5 лет даже уже не стою на улице, не фотографируюсь. Но ты сам можешь посмотреть. Ты выходишь на станции метро Невский проспект, там, Казанский собор, площадь Островского, Катькин сад, Спас на Крови, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, я не знаю, Стрелка Васильевского острова. И на каждой точке, по-моему, с каждым годом становится все больше и больше этих пар. Что делать, чтобы положить конец этому смутному времени? Выход предложил художник Алексей Сергеенко. Промедление чревато новыми конфликтами. Ну хорошо, когда сами. А если они, например, нанимают людей, которые умеют профессионально драться, да, то это уже, по сути, криминальные разборки какие-то. Один нанимает, который умеет драться, другой нанимает того, кто умеет стрелять, да, и что получается? Получается полная ерунда. Поэтому мы уже неоднократно выходили с предложением о том, что нужно просто эти места сделать так, как и по торговле, и по художникам то же самое. То есть надо взять эти места, сделать отличную программу, провести конкурс, тендер, значит, и распределить между ними все. Но пока власти предпочитают в конфликты престолов не вмешиваться, причем тенденция это федерального масштаба. С разницей лишь в том, что в других городах за туристов воюют другие персонажи. Юрий Баранюк и Александр Рябов. Настоящее время. Санкт-Петербург.